То, что случилось у нас в больнице, для всех сотрудников было шоком, потому что Людмила Николаевна работает в нашей больнице уже давно. И последние 3 года, с 2011 года, она работает главным врачом. И ее усилиями создан вот такой вот кардиологический центр. Создано рентгеноваскулярное отделение, вот оно перед нами, где с 10 сентября у нас проводят такие операции, как установка электрокардиостимулятора. И вот с 10 сентября уже было установлено по 1 даже января 141 электрокардиостимулятор. Она областной кардиолог. Она ведет прием пациентов кардиологического профиля со всей Тульской области, где самые сложные случаи, где нужно разобраться, направляет на консультацию в институт города Москвы, на оказание высокотехнологической помощи таким пациентам. Вот. И разбирает эти случаи, ездит по районам, в больнице района, там смотрит больных кардиологического профиля и, естественно, оказывая помощь и пациентам, и помогает разобраться врачам в сложившихся ситуациях. И, конечно, для нас это просто шок. Настолько мы все поражены. И сделав вот такую огромную работу, да, отремонтировав горбольницу, вот так, это здание, создав такое отделение, у нас очень хорошее оборудование, и сделав такую работу, и, конечно, вот все, что касается ее, она открытый, честный человек, трудолюбивый, грамотный врач, и нам бы хотелось ее вернуть.